Итак, друзья, Windows 10 X больше не будет. Microsoft официально заявили, что похоронили Windows 10 X. Лучшие задумки появятся в обычной Windows 10. Сегодня Microsoft подтвердила, что передумала выпускать Windows 10 X. Кстати, вместе с новостью, что биткоин упал больше, чем на 30%. Первоначально предполагалось, что операционная система выйдет вместе с компьютерами с двумя экранами, вроде отмененного Microsoft Surface Neo. Эти планы строились до пандемии коронавируса. После Redmondская компания планировала выпустить Windows 10 X для традиционного одноэкранного ноутбука, однако теперь выпуск новой операционной системы полностью отменен, а лучшие наработки будут интегрированы в Windows 10. Ну что ж, это и хорошая новость, да? То есть, вроде как бы мы и теряем Windows 10 X с его нововведениями, а с другой стороны, просто все нововведения переезжают в Windows 10. Некоторые технологии, разработанные для Windows 10 X, уже встраиваются в Windows 10. Речь идет о новом контейнере для запуска приложений, улучшенном голосовом наборе и усовершенствованной сенсорной клавиатуре для планшетов с Windows 10. Microsoft заявляет, что продолжит инвестировать в технологии, которые изначально создавались как часть Windows 10 X. Однако крайне маловероятно, что устройства типа Surface Neo будут предоставлены в обозримом будущем. Windows 10 X должна была появиться в 2021 году, как сильный конкурент Google Chrome OS. Это уже не первый раз, когда Microsoft пытается запустить облегченную версию своей пользовательской операционной системы. Первой стала Windows RT, выпущенная с оригинальным Surface в 2012 году. В 2017 году вышла Windows 10 S. Обе операционные системы получили от пользователей лестный отзыв, поскольку были существенно урезанная по функциональности по сравнению с полноценными Windows 8 и 10. К примеру, RT вовсе вынуждала пользователя работать в браузере Internet Explorer, не предлагая никаких альтернатив. Друзья, вот такая вот новость. Жалко Windows 10 X. Ну что ж, вот так вот. Ссылка на новость в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.